Ну, я думаю, такого быть-то не может, чтобы всем было хорошо. Потому что боюсь, что всегда существует два разнонаправленных вектора, когда тебе хорошо, кому-то нехорошо. С другой стороны, у нас в России любят всегда, вы знаете, обиженных. У вас сейчас хороший тренд, сейчас вас любить все начнут. Потому что вы как бы это, как бы в народном понимании вас обидел. Тинькофф теперь тоже в тренде.